Вопросы экологии на сегодняшний день являются одними из самых актуальных. Планета Земля – наш большой общий дом, и от того, насколько в нем все хорошо, зависит здоровье и благополучие каждого из нас. Эту важную проблему обсудили на круглом столе, посвященном столетию образования ТАССР. На встрече собрались представители Управления доктрины науки, законотворческих правоприменительных организаций, надзирательные органы по вопросам экологии. В таком вот составе, конечно, очень важно поделиться мнениями, опытом, работать. Тем более тематика очень, на самом деле, востребованная, потому что здесь и история, здесь и экология, и, соответственно, есть еще и плюс к этому перспектива развития. Помимо обсуждения насущных проблем в сфере регулирования экологических отношений, прокурор Казанской межрайонной природоохраны прокуратуры Альберт Хабиров рассказал об осуществлении надзора в сфере охраны водных объектов. Вообще в прокуратуре проводится большая работа совместно с контролирующими природоохранными органами в этом направлении. Практически ежедневно мы выявляем нарушения, связанные с охраной водных объектов. Это избросы загрязняющих веществ в водные объекты и самовольное использование береговых полос, нарушение в водоохранных зонах. Радует, что такие важные вопросы, как защита окружающей среды, не остаются в стороне. Адиля Валеева, Роман Самарин, Универньюз.